О, а Маринки Бегемотовнов. Ну куда ж ты поехал? Бегемоты Маринки, да? Бегемоты? Ну, я не знаю, может, кстати, схожу завтра, если получится. Да, ну бегемоты интересно, кстати, послушай, что это такое. Так, когда это у нас бегемоты? А, 10-го. 10-го бегемота. А, ну еще в апреле. Понятно. Ну, может, кстати, и схожу, посмотрим. Не знаю, что будет. А, ну, понятно. Ну, посмотрим, может, схожу. Посмотрим. Да, интересно, что за гугеноты такие. Это же разновидность бегемотов, да, по-моему? Мы же, по-моему, выясняли это как-то уже, правда? Мне вот тоже интересно, кстати, надо залезть в этот... в недра интернета и посмотреть, что за гугеноты такие. Это, по-моему, пуритане, да? Или, подождите, или гугеноты — это разновидность бегемотов? Да, гугеноты — это разновидность бегемотов. Вот, и поэтому посмотрим, может, скажу, посмотрю, может, там действительно бегемоты. Не знаю, надо смотреть. А напишите, кстати, вы играли бегемотов когда-нибудь? Я лично не играл ни гугенотов, ни бегемотов, вообще ничего не играл, к сожалению. Вот, только хроническую травиату в лучшем случае. Ну и Евгения Онегера тоже в лучшем случае. Но это в моем лучшем случае. Вот, а напишите, а вы играли бегемотов? Гугенотов, бегемотов, что-то играли из этого? Напишите, вот там напишите. Напишите. Ну что, сегодня гугеноты? Не знаю, идти, не идти. Вроде сегодня. Ну, может, в апреле, кстати, скажу, не знаю еще. Нам надо сначала выяснить, кто это такие. Да. Ладно, выясним, сейчас пойду выяснять. Да, вот сегодня бегемоты. 10-го, 6 часов. Знакомый Мейберер. Знакомый? А вот интересное сходство, кстати, да? Вот 10-го сегодня бегемоты, а 23-го пуритане. Интересно, да? Ведь гугеноты — это и есть пуритане, по идее, нет? Убирают бегемотов. Этого так не хочу, чтобы убирали бегемотов. Блин, не хочу. Еще, кстати, вот на это можно сходить. Тоже интересно. Вообще не знаю. 17-го. Не убрали слово бегемотов. Ну, в общем, я выяснил, что гугеноты — это пуритане, а бегемоты — это гиппопотане. Вот пуритане, кстати, вот они пойдут. Так что, в принципе, все понятно стало. Гугеноты — это бегемоты, а пуритане — это гиппопотами. Ну, то есть, все, в принципе, логично. Ладно, ну, не знаю, сегодня в 6 часов пойду или нет, посмотрим. Скрытие покажет. Не знаю, посмотрим. Ну, понятно, в общем, да, что гугеноты — это бегемоты, а пуритане — это гиппопотами. Или нет? Ну, в общем, короче говоря, я выяснил здесь, сходил туда, все прошерстил, и выяснил, что, оказывается, гугеноты — это пуритане, а бегемоты — это гиппопотами. Вот. Интересно. Ну, в общем, сказали, чтобы я больше с такими вопросами сюда не приходил. Зато я теперь знаю, я теперь в курсе, хотя бы осведомлен, что гугеноты — это пуритане,
А бегемот — это гиппопотами. Все. Больше мне ничего не надо. Ну и сказали, что еще раз придешь с такими вопросами, возьмем ринг у тебя. Чтоб ты точно знал, что гугеноты — это пуритане, а бегемоты — это гиппопотами. Забавно, правда так? Слушайте, мне даже страшно стало. Ведь гугеноты — это совсем не бегемоты, а такие какие-то страшные существа. Там страшно стало мне, не знаю, я боюсь сюда идти даже. На этот спектакль обкакаюсь еще. А памперсы с собой не взял. Так что гугеноты — это не бегемоты. Вообще нет, вообще ни разу даже. Что подумайте, идти вам на это или нет. Страшно же. Такой монстр вылезет на вас и все. А памперсов у вас нет. Вот я вот, например, не взял, но как без памперсов идти на такой спектакль? Я вот, ну, совершенно этого не понимаю.